За выходные в регионе произошло 26 пожаров, один человек пострадал. Пожалуй, самое резонансное происшествие в воскресенье в Саратове горело здание второй средней школы на улице Мичурина. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем. Загорание было на цокольном и первом этажах здания на 120 квадратных метрах. Объект находился на реконструкции, людей внутри не было. Пострадавших в результате ЧП нет. Причина устанавливается, работают дознаватели МЧС России. Один человек пострадал в выходные на пожаре. Это произошло на проспекте 50 лет октября в квартире пятиэтажного дома. Загорание в кухне небольшое, 1 квадратный метр, а вот мужчина с ожогами госпитализирован. Причиной ЧП стало неосторожное обращение пострадавшего с огнем. Что касается гибели на воде, то можно уже подвести итоги за июнь. 15 утонувших. В субботу в селе Семеновка Федоровского района сотрудники полиции извлекли из реки Яруслан тело мужчины 69-го года рождения. Что стало причиной трагедии, устанавливается. А мы напоминаем, что три основные правила безопасного отдыха у воды. Не купаться в необорудованном месте, не употреблять алкоголь, неважно, рыбалка это или купание, не оставлять детей без присмотра.